Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка. И сейчас вы узнаете, что в ней. Без лишних предисловий понеслось. В одном из видео я уже говорил, что мы все ждем всей нашей командой. Поняли, что это? А? Поняли, что это? Вы поняли, что это? Та-да-дам! Тоже не заклеенные. Вот это я понимаю. Пошла мука, ребятки. Так, аппаратура управления. Спасибо продавцу. Упаковал все хорошо. Пупырки много положил. О, тоже любитель поснимать был. Резиновые колесико. Реверсы, двойные расходы, тримирование и двойные расходы. Ну, в принципе, все нормально. Единственное, что двухканальная аппаратура. Вот, конечно, мы ее заменим на трехканальную. Вот, потому что хотим сделать второй поворотный мост, как на моем. О, так, все, мигнуло. Так, в сторону. Колесики. Раз, два, три, четыре колеса. Так. О, нормально. Так, о, по-моему, аккумчики. Так, интересно, гидриды или липошка? Один такой, один такой должен быть. Красава. Да, один гидрид, другой липошка. О, ну вообще шикарно, шикарно. Ну да, стандартный гидридный, перепаяно под XT60, это очень плюс большой. И 2S аккум на 5200. Но, так как я уже... А, вот он уже даже замеры делал. Все-таки максималка... А, нет, это он писал по банкам сколько для себя. Типа минимум 3, но нежелательно разряжать ниже 3,3. Вот, а заряд, да, каждая банка по 4,2, общего 8,4 получается при полном заряде. Ну, это вот шикарно. Так, о, документики и сама шасичка. Так, ну все, меняем ракурс. Так, ну, продолжаем распаковку. Для меня это будет немножко дольше, чем для вас. Так что, чик, он уже распечатанный будет. Так, вот он красавчик. В принципе, так-то вот он не очень большой, но когда... Становятся еще колеса, смотрящие вперед по краям и в ширину, то получается вообще зверюга дикая. Так, ну давайте посмотрим еще по комплектации, тогда уже соберем до конца его. Значит, инструкцию мы смотреть не будем. Нам она не нужна. Здесь у нас для перемычка для бинда в сторону. Так, баллонник. Колеса закручивать пластиковый, немножко уже сточенный, но ничего, я думаю, напечатаем на принтере такой же.
потому что с моим краулером не было ключа. Так, и я так понимаю, немножко запчастей. А немножко запчастей. Ага, это он покупал. Еще полностью новые кулаки. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Плюс, спасибо большое продавцу. Так, все, теперь это откладываем. Собираем. Раз. Два. Так, смотрите. Вам уже побольше ракурс нужен для просмотра. Третье колесо. Все, четыре. Та-да-дам. Смотрите, зверюха. О, ох, какой. Так, ладненько. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Кстати, второй мост. Один поворотный, второй нет. Вот с этим мы и сравним. С моим, потому что у меня задний мост тоже поворотный. Есть ли разница в проходимости? Или ему не особо принципиально с такими колесами? Так, ну что, вскрываем дальше. Так, корочку в сторонку. Так, ну что у нас здесь, значит? Регулятор загермеченный, значит, можно не бояться. Приемник тоже загермечен. Регулятор загермечен. Приемничек загермечен. Так что воды бояться нам не стоит. Единственное, что разберем и загерметим еще колеса, чтобы воздух, вообще вода туда не попадала. Вот, и после этого уже будем, значит, смотреть. Еще момент, смотрите дальше. Редуктора тоже все загермечены, так что грязище туда не попадет. Будем покорять болото. Ну что, давайте запустим. Значит, ставим сразу свой аккумулятор, чтобы ехать тестировать. Для этого монстрика нужен все-таки тоненький аккумулятор, но этот, который пришел, он не до конца заряжен. Поэтому мы ставим свой, но он потолще. Но в принципе все равно утянулось там на липучечках, подтянул его, все нормально. Вот. На гидриде мы, конечно, катать не будем. Этот для танка пойдет. Так, ну что, подключаемся. Так, кнопка выключена. Шасси подключили. Включаем аппаратуру, как всегда. И включаем нашу шасси. Все. Индикация загорелась. Все. Так. Уберем ножичек. Так. Двойные расходы. Смотрим, что у нас. Двойные расходы. А, это у нас. Угу. Все. Руль на максимум стоит. Сервочка слабенькая такая, не мощная, не быстрая. Но, в принципе, для него она особо мощная и не нужна. Так, тримирование. Так, это по газу. Выставили в ноль. И тримирование руля. Так, поможем немножко. Отцентруем. Вот, все, в нулях. И сервочка замолчала. Ну все, пробуем. А, еще мне хочется, кстати, проверить, а у всех ли из этих моделей одинаковое передаточное число в редукторах. А это мы поймем по максимальной скорости. И влияет ли регулятор оборотов на максималку. Так, ну пробуем. Пожалуйста. Все, тормоз двигателем есть, значит, мы ниоткуда не упадем, где остановимся. Ну и все, спускаемся. Так, ладно. Чик выключили. Чик выключили. Накидываем корочку.
Вот такой. Раз. Над ногой, наверное, держать. Вот такой. Два. Все, база одна и та же. Все одно и то же. Вот. Вот таких красавцев мы сейчас отправимся тестировать. Еще один человек к нам подключится. Но не в сегодняшней гонке. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Следите за этими бегемотами. Посмотрим, куда они у нас заберутся. Всем пока!